Всем привет. Сейчас будет горячая катка по Danger Zone. Я очень на это надеюсь. А так, всем приятного просмотра. Турель. Так, мне турель пригодится. Еще ППшка. На самом деле, если что-нибудь взрывное найду, я еще подумаю, что заряжать. Опять на голове вроде. Да, на голове сидит. У меня ППшка есть, если что. Дронами ищет. Да, он наверху на голове, пиздец. Сверху, да, на самом... Да-да, как обычно, угу. Приземляется там. Братики легли. Так. Теперь можно наконец-то смотреть, что там было спрятано. Надеюсь, не без зон. МАГ-10. Так, а этот, эти патроны уже турель, да, съел? Что-то даже обидно стало. Что, можешь слетать? А ты на какой он примерно вышке? Нет, тут типа вдохай, брат. Понял. На вышке, как обычно, на голове ты убивал. Угу, я понял. Сейчас нету, прикинь. Братан, слушай, а вот бывает зачастую, вот убивает, когда, да, оружия нету, нихуя нету, а если применить фишку, что он двое крепости идут, а если применить фишку, что экзопрыги по эти... Сейчас, подожди. Потом. Ой, спасибо. Если применить фишку, что карточку купить, и дроны быстрее будут приносить... Да. Гораздо быстрее? Да, очень помогает. А то я жду, блять, а челы телепортируются и нереально вообще ничего сделать. Проще так касать тратить. Да не проще, нужно его тратить. Мы тут вроде одни. Да, там вон три сквада, да, вон видишь, по квадрату, да. Патроны у тебя что, надо?
Да, есть так-то. Что там еще где-то есть? Да вот, чуть-чуть. Если сильно надо. Резается. Нашел? Отлично. Смотри, тут шприц лишний. Слушай, а в городе интересно, это что? Команда? Голый. ХЗ, ХЗ, я готов. Давай я слетаю тогда туда, посмотрю. Попробую, рискни. Да, я его вижу. Хотел меня бочкой убить. Я это понял сразу. Что тебе летело? Блин, скаут. У меня дроп будет. Высокое разрешение взял, все трое там далеко. Да, и там дрочат. Две команды. Ну смотри, можно дроп дождаться. А это может, ладно, тогда разрешение я возьму-то с зоны, потом разрешение да, будем давай. Сзади. Будем знать где-то типа. Сейчас чисто дроп посмотрю, что тут. М-ка. Блин, лемка или скаут, даже не знаю. Пока зоны много, мне кажется, скаут лучше будет. Да. Более они могут возрождаться. Да-да-да, я поэтому. Че, сейчас надо центр карты забирать. А у тебя хватает на этот, на последнюю зону? Нет, 250 баксов не хватает. Я думаю, тот дальний дроп пойдут лутать. Да, на дальнем дропе, братан. Туда? И там, да. И у меня прыгает кто-то. У меня близко, слышишь? У меня близко, поможешь? Да. Вон, на метке, на метке. А я это, отлетел к тебе специально. Скаут стреляет по тебе. Давай, давай. Вот тут чел. Я видел. Камнем, камнем. Хуя у тебя полына. Ну тут смотри, тут скаут. Не-не, у меня ССЧ. Резнулся, да? КЗ. Да, возможно. Мосту идет. На патроны. Под мостом. У тебя бабулет есть на патроны? Да, да, да. Сейчас я это перезаряжусь тут. За мной дрон летает. Да, у него дрон. Нашел его? Он прямо вот где-то вот с этой стороны. Очень близко. Все, вон с нами в секторе. Вот здесь где-то. Он дроном видит нас, слышь? Он сейчас на дроне, можешь чекать. Вот в этом доме он, скорее всего, сидит.
понял, да, какой дом? Понял, понял. Надо дрон сбить. Блин. Зона ебет. Все, лови. Окей. Он сейчас сдохнет, сука. Угу. Ну у него не было шанса. Просто загнали, да? Конечно, чего? Он тут хоть и летает. Слышишь, Клантек еще Red Team, крыса. Ну да, да, крысил. Получилось. Опа, лист 3, е. Yeah.